Добро пожаловать в апартаменты. Большое яркое помещение, где в этом крыле расположено место отдыха. Мягкий уголок представлен кожаной мебелью, где вы можете сесть и насладиться просмотром телевизора. Для усиления звука предусмотрены колонки. Зимой вас обеспечит камин, который отапливается с помощью дров. В этой части помещения расположен элегантный кухонный уголок. Если вы проголодаетесь, вы можете себе что-нибудь приготовить. Для этого есть все необходимое. Разнообразная посуда, чайник, электрическая плита и двухкамерный холодильник, в котором поместятся все ваши запасы. За этим столом в кругу семьи, либо же просто посидев с друзьями, вы можете поделиться последними интереснейшими новостями. Главное преимущество этого помещения – великолепный вид на озеро. Пойдемте убедимся. Перед нами предстает обширная панорама на великолепный пейзаж. Отсюда мы с вами можем лицезреть жемчужину Кыргызстана, озеро Иссык-Куль, или как мы его называем, восьмым чудом света. Все великолепие, вся красота немножко вызывает наивный восторг. Теперь мы можем рассмотреть три спальные комнаты. Это комната двухместного типа. Удобные мягкие кровати, прикроватные тумбочки, вешалка и стол, на котором может находиться фотография вашего любимого человека. В этой комнате предусмотрен санузел. Санузел представляет два помещения. В первом помещении удобно душевая кабина с разными видами массажеров, умывальная раковина, биде и унитаз. В этом помещении находится стиральная машина, которая вам поможет быстро постирать одежду. Также машина-сушилка. Теперь мы пойдем во вторую спальню. Мы с вами во второй спальной комнате. Предусмотрен шкаф-купе, большая удобная двухместная кровать. И если у вас будут посетители, вы можете им предоставить выдвижной мини-диван. Последняя комната номер 3 порадует вас своим интерьером. Шкаф-купе. Для милых дам отель предусмотрел трюмо. Также двухместная кровать, где вы можете насладиться просмотром телевизора, который подключен к спутниковому телевидению. Здесь имеется выход на балкон, откуда открывается великолепный.